Они внимательно следят за происходящим на сцене. В детских глазах восторг, смущение, удивление, радость. Тут на расстоянии вытянутой руки почти их ровесники играют настоящую взрослую жизнь. На театральных подмостках гимназии номер 3 в Ивантеевке зарождается рождественское чудо. Традиционно в самый светлый и теплый праздник Рождества театральный коллектив храма Георгия Победоносца дарит всем зрителям новый спектакль. В этот раз, по задумке режиссера-постановщика, в сценарии объединили сразу две известные истории, которые просто и понятно рассказывают детям, что такое Рождество и почему именно в этот день особенно важно внимание к ближнему, благородные поступки, чистые и светлые чувства. Спектакль родился из идеи объединить два известных сюжета, достаточно классических, это «Дары волхвов» о Генри и «История про мистера Туми». Главное чудо – это примирение между людьми, это отыскивание божественной крупицы в своей душе и поднятие ее на поверхность. «Я не люблю, когда мне мешают, и не люблю, когда разговаривают. Вообще не люблю суеты, мельтешни и всякого шума». Чтобы мистер Угрюмый перестал злиться, чтобы сбылась мечта маленького Томаса, чтобы юные влюбленные поняли, на что готовы пойти друг для друга, чтобы каждый из сидящих в зале задумался о смысле и силе большого праздника. Собрались здесь, в зале, чтобы вновь прославить Бога Младенца Христа уже своим творчеством. Был поставлен спектакль, который говорит также о добре, о жертвенности. И Господь принес себя в жертву, потому что Он возлюбил мир. И сегодняшний спектакль, он также нас научает, чтобы созидать любовь, созидать мир, надо чем-то жертвовать. Где-то своим временем, где-то надо смирить свой эгоизм, свое какое-то пристрастие к тому, чтобы и сохранить семью, и сохранить любовь, и приумножить любовь друг к другу. А самое главное – сохранить в своем сердце любовь и доброту. В Рождество творятся чудеса через молитву, через божественную литургию, через спектакль. Говорим о том, что Господь среди нас, и в жизни каждого человека обязательно сотворится чудо. Мне самое главное – хотелось порадовать людей. И вот и все. Мне не было страшно, я просто хотел, чтобы людям понравилось. Мне понравились слова мистера Туми, когда он говорил: «Милая, дорогая Мэри». Ой, дорогая, ты всегда была добра ко мне. Помолись за меня, младенцу Иисусу и матери его, Деве Марии. Пусть он простит мои грехи. Простая история про обычных людей. Простые истины о быстротечности жизни, о прощении, о надежде и любви, о том, что ничто так не согревает в Рождество, как вновь восстановленные отношения. В конце января спектакль «Чудо Рождества» театрального коллектива храма Георгия Победоносца отправится на третий театральный фестиваль среди воспитанников и педагогов воскресных школ и православных объединений «Радость Рождества», который пройдет в Лесных Полянах. Юлия Постриганева, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа.